Вакинская Агро стала лауреатом конкурса программы «100 лучших товаров России 2017 года». Награждение победителей состоялось в четверг, 30 ноября, в гостинице «Лович» в Рязани в рамках областной научно-практической конференции, посвященной Всемирному дню качества и Европейской неделе качества. Награду получил генеральный директор и идейный вдохновитель проекта ООО «Вакинская Агро» Сергей Александрович Турта. Форум это посвящен качеству продукции Рязанской области. Мы активно в нем участвуем, стараемся быть лучшими, и, как говорят потребители, нам это удается. Наше предприятие молодое, современное, роботизированное, все по высшему слову науки и техники. Если вы у нас бывали, вы это все видели. Да? Поэтому мы стараемся держать марку, стараемся, чтобы качество было наивысшее. Да? Потому что сейчас чем можно взять? Низкой ценой и высоким качеством. Мы стараемся дать высокое качество при цене, ну, максимально приближенной к окупаемости. И тем более сейчас кризис, люди стремятся покупать что подешевле, но в то же время и покачественнее. Потому что, как правило, дешево не означает качественно. Мы стараемся, чтобы вот было угадать, да, вот ту планку, при которой бы люди покупали бы, брали бы, и это было бы качество, но в то же время цена была приемлемая.